Вась, цветы-то твои уже завяли. Жалко. Беззащитные шипы под гнетом цветочной индустрии. Если вы настолько счастливая женщина, что очередной букет живых цветов уже не вызывает у вас искренней радости и удивления, любимый мужчина все равно найдет, чем вас побаловать. Будьте уверены. Проходите. Первая мысль, это что еще все съесть можно? Конечно. Такие простые и такие желанные свежие фрукты в изобилии. То, что вы видите на корочке этого арбуза, карвингом зовется по-нашему искусство художественной резки. И возник этот узор не мистическим образом, а стараниями декоратора Люсьены. Заказная композиция от Энного мужа для Энной, любимой женщины в работе. Хочется вам помочь хоть чем-то, хоть я и не умею вот так работать руками. Может, я мандаринки почищу? Нет, как раз кожура на мандаринках нам нужна, так как мы будем делать из него узор. Впрочем, если у вас есть руки, карвинг для вас. Правда, Люсьена еще советует вам приобрести такой почти хирургический чемоданчик. Набор ножичков, скребочков и кулинарных лобзиков. В художественных магазинах он стоит около 2000 рублей. Итак, шкурку мандаринки разрезаем на 5 лепестков. Отгибаем их и внутри лепесточка вырезаем треугольник. Вот раскрывается наш жарок. Самый примитивный прием, а как красиво. Оформили блюдо, теперь проще простого. Фрукты нарезаем произвольно, выкладываем вкусно. Клубника – королева декора. На вкус, увы, не всегда хороша. Если она слишком ядовито красная, то уже можно задуматься о том, что клубника немножко с химией выращена. К слову, заказ такой обойдется любящему мужу в 2000 рублей. И это потому, что не фруктовый сезон. Арбузов в магазине раз-два, и те не в лучшей форме. Вот такое вот замечательное получилось блюдо. Фруктовые с резным арбузом. Но, несмотря на то, что это красиво, популярно, тем не менее, также большой популярностью пользуются овощные букеты. Нам не послышалось, овощные. Букеты из конфет и фруктов, это мы слыхали, но из овощей. Пользуются очень большой популярностью среди тех людей, которые заказывают. Очень это удивило. Сделали один букет на заказ, заказывал тренеру. По скалолазанию, так как спортсмены едят только овощи в основном, выложили в группу, не ожидали. На 14 февраля очень много мужчин своим женщинам заказывали. Сейчас все сами увидим. У Люсьен заготовки уже есть разные. Для букета потребуются огурцы свежие, ароматные, 3 цветных перчика, морковь, листья салата, помидорки черри и виноград. Это основа для нашего букета, да, корзиночки, да, правильно? Мы его сейчас будем украшать. Мы доделаем цветы из болгарского перца. Секрет первый. Думаете, почему вырезанные декор-элементы в чашах с водой покоятся? Чтобы не повяли, это да. Но любой овощ в холодной воде, утверждает мастер, раскрывается, изгибается причудливо и непредсказуемо. Буквально 20 минут во льду, и овощи раскрываются, независимо от того, это морковь. Огурцы. Время моркови. Эта техника посложнее, чем резьба по мандаринкам будет. Почти 3D-моделирование. Объемные морковные цветы выглядят очень эффектно. То ли роза, то ли жарок. 15 минут и готово. Долго ли умеючи? Время пришло, корзину нашу да изобилием витаминным окутываем. Чтобы все это хорошо держалось, нам нужны шпажки и обычные запасливки. Да, правильно? Совершенно верно. Сколько вы овощей в своей жизни испортили, пока научились такой красоте? Честно, ни одного. Сразу получилось? И сразу арбуз получился, и сразу цветы получились. Угу. Возможно, это просто с личными навыками связано, что вязание, например, вышивание, да? Если у человека есть способности, ну, там, плане, то и здесь ему легко и просто. За полезный весенний букет отдадите в среднем 1000 рублей. Хотите – ешьте сразу, хотите – просто любуйтесь. Хотите – ставьте в холодильник, и творение 1-2 дня еще проживет. Сейчас весна. У многих авитаминоз, поэтому данный букет будет очень актуален. Приятного аппетита!